Почему она так беспокоится? Я пошутил, пошутил, а сейчас серьезно. Потому что ей Бог дает знак, это предвестник, потому что он раньше так не храпел, то он сейчас так начал. Это предвестник опасной ситуации. Она после лекции подойдет, я расскажу, что надо, как молиться, за что, чтобы мужа постепенно вывести из этой ситуации. Он обжирается на ночь сильно. И у него от этого растет живот, он становится... Много токсинов наполняется в голове, и эти токсины очень сильно перегружают нервную систему. Она чрезмерно расслабляется во время сна, и это признак опасных ситуаций, которые могут потом привести к нежелательному исходу состояния мозга. И она беспокоится, поэтому пытается до меня донести, говорит, ну, Олег Геннадьевич, ну, хватит шутить, ну, блин, серьезная ситуация. Бог не дает ей спать, потому что бьет тревогу. Женщина только мужчине может помочь. Мужчина болеет только в реанимации. Он не знает, что ему плохо. Женщина знает, что ей плохо, поэтому она живет дольше. Но женщина обязана помогать мужчине, когда Бог бьет тревогу в его сердце. Она чувствует что-то не то. Постепенно начинает догадываться, что это не просто он храпит. Значит, надо что-то делать, менять его жизнь. И причина, я уже сказал, идет переедание на ночь. Причина в этом заключается. Но мы поговорим об этом чуть позже. Итак, я сейчас еще раз скажу принятие судьбы, но я знаю, что опять кто-нибудь будет возмущаться. Но я вам говорю, все равно с этого все начинается. И поэтому так много сил надо в это вкладывать. Вот, блин, если хочешь, чтобы не храпел, надо принять, что он храпит. Вот если ты не примешь, он будет дальше храпеть до последнего. Потому что для того, чтобы он не храпел, для этого надо пройти три стадии. Первая стадия — принятие. Вернее, это не стадия, это начало победы над судьбой, вообще самое начало. Если ты не принимаешь судьбу, вообще он не будет меняться. Сначала принятие, потом спокойствие в сердце, потом знание, влияние на него, а потом у него внутри изменения происходят. То есть в данном случае надо не говорить о храпе, а о причине. Причина – это сильное переутомление на работе. Человек пашет очень сильно, понимаете? Это переутомление, ну как бы вот в данном случае оно снимается только или наркотиками, или сладким каким-то вином, или едой. Ну и он, как более-менее нормальный мужик, он выбрал еду и вино. Вот. Ну, в основном еду. Меньше вино. Уже детям очень достается. Вот. То есть причина, почему он не достается детям, не в том заключается, что он тупой такой баран. Он снимает напряжение. Почему напряжение возникло? Потому что жена хочет больше. Вот мужчина всегда, когда жена хочет больше квартиру, лучше машину, ездить на курорт, мужчина упахиваться начинает из-за желания женщин, понимаете? Потому что самому мужчине много не надо в жизни. Он это все делает ради любви, ради женщин. И потом, когда он устает, он начинает храпеть, то жене не нравится то, что он храпит. А причину понять очень сложно. Она начинается в женских желаниях. Вот если женщина не выматывает своими желаниями мужчину, он работает чуть поменьше, тогда не будет храпеть. У нас еще 4 точки. Поэтому... Я понимаю, да. Они тоже не просто так взялись. Это тоже желание называется. Поэтому сейчас надо спасать мужа. Надо сделать так, чтобы он поменьше работал. Видите, не хочет. Вот знаете, у женщин... Не, я не хочу это, они не хотят. Вот у женщины есть одна особенность. Мужчины, вы сейчас все закройте уши. Сейчас женщинам говорю вообще, не вам. Вот если муж приходит с работы уставший, ради нее работал он, уставший приходит и говорит жене, я так устал, блин, на работе. Как вы думаете, ей плохо становится или хорошо от этих слов? Женщина такой смех пошел, такой истеричный. Потому что правда заключается в том, что женщинам от этого становится хорошо, а не плохо. Потому что она знает, что он работает для нее.
Если он пашет, значит все нормально. А если не пашет, значит скотина. Так вот, женщины, вот здесь, в этом желании, должна быть грань. Если вы через нее перейдете, то увидите красивые деревянные формы, в которых ваш муж лежит. Это реальность, понимаете, жизни. Только женщина может сделать так, чтобы муж остался жив. Потому что у женщины есть три стадии заболевания. Первая – больна. Вторая – очень больна. Третья – вдова. Он уже сдох, а она все еще больна. Поэтому, мои хорошие женщины, дорогие, берегите своих мужиков. Потому что у мужчины есть еще разные варианты. Если вы его не будете беречь, он же может свалить к другой. Этот вариант тоже есть. Или, допустим, пить, или обжираться там холодильника, когда уже все пусто, тогда что, как что остается? Свалить к другой. Поэтому он ей четыре варианта и предлагает уже. Начинается все с желаний женских, заканчивается разводом или смертью мужа. Это тоже вариант. Ладно, мои хорошие, все будет хорошо. Женщина рождена для счастья. Все женщины должны быть счастливыми. Они рождаются для счастья. Они должны быть счастливыми. Но надо не сильно торопиться в этом вопросе. Не надо сильно быстро хотеть все сразу, понимаете? Не, ну где-то грань-то. Ну, как бы. Все, мои хорошие, вы молчите, я лекцию читаю. В этом грань заключается. Ладно, так я вам рассказал, почему муж храпит. Раздал подробный, глубокий анализ. Примите или нет вашу жизнь уже. У вас осталось год и 7 месяцев. А дальше или туда, или сюда, там уже Бог будет решать все, не вы. Ладно, движемся дальше. Итак, мы изучаем с вами социальный слой жизни. Долбанула судьба по социальному слою, думаю сильно о себе, недовольная всем. Надо принять судьбу, это первое. Очень сложно. Даже непонятно, о чем вообще речь некоторым людям. Ну он же храпит, не я. А судьба-то ваша действует. Раз, два, три. И она вам показывает что-то, чего вы не понимаете пока. Вот. И вам плохо, тяжело, вы как бы не можете спать, вроде какая-то мелочь муж храпит. Но на самом деле не мелочь. Через это действие разворачиваются более серьезные процессы, которые могут привести или к смерти мужа, или к разводу семьи. Ну, то есть разные варианты могут быть, но суть в том, чтобы сейчас надо что-то делать, и все это начинается с принятия судьбы. Как определить, что я приняла судьбу? Уже меньше беспокоит, что храпит. Потому что когда он храпит, ты бунтуешь. Но если ты не бунтуешь, думаешь, блин, это лучше, чем он сдохнет. Тогда или что я одна останусь. Тогда с этого начинается победа над судьбой. Заканчивается она тем, что он перестает храпеть. И у него улучшается самочувствие, он перестает обжираться на ночь, он перестает выпивать вино. Уже не говорить о разводе и так далее. Все меняется, с принятия все начинается. Принятие, для принятия нужно что? Две вещи. Любовь. А? Любовь. Да, это в одну вещь входит, в одну из двух. Это да. Тоже вот в эту. Для принятия нужна сила человеку и вера. Вот вера в то, что принятие поможет. Вера и сила. А сила берется от добрых людей, от молитвы и от природы. Три источника силы. И сила, которая связана с природой, людям вообще неизвестна.
Вот они еще как-то понимают про социальную жизнь, что надо отвлекаться от себя, всем желать счастья, по-доброму относиться. То, что за окном у нас находится, мы уже забыли про это нафиг вообще. Мы не понимаем, что это за энергия вообще. И с чем ее едят. Поэтому я сейчас об этом очень много говорю. Есть три энергии, они движутся внутри нас и снаружи нас. И снаружи они двигаются, Богом созданы снаружи, для того, чтобы мы их внутрь засасывали. Потому что у человека есть два вида питания. Одно питание пищей, а другое энергией. И питание энергии осуществляется за счет любви к природе. Вот когда ты ее любишь, она всасывается. Например, если врач тебе говорит, солнце тебе вредно. Это значит, он тебя включает определенную программу, которая называется «Сдохни или умри». Больше вариантов нет. Если будешь лечиться, умрешь. Не будешь, сдохнешь. Солнце не может быть вредно, потому что это одна из трех энергий, которая питает нашу жизнь. Без него невозможно жить, без этой энергии. Все так теоретически знают, что если солнце сейчас убрать, все сдохнут. Теоретически. Но практически не понимают этого вопроса. Допустим, если человек радуется, это что за энергия? Солнце. Девушка красна, девица. Красна, краса, девица. Краса, длинная коса, красавица. Что это за энергия? Солнце. Красота в женщине – это солнце. Как в песне поется, в грозах, в глазах любимой ярким пламенем горит солнце. Про солнце песня. В глазах любимой ярким пламенем горит. Это красная девица. Солнце, солнечная энергия. Радость. Ра означает солнце, дасть означает дарить. Человек, когда радуется, в это время в нем солнце заходит и выходит. Радуюсь. Солнце заходит и выходит. Понятно? Это состояние, в котором человек должен жить. Он должен вот эти энергии любить все. Причем те именно, в которые в его городе находятся. Не там в Сочи где-нибудь. А здесь прямо. Потому что тебе им питаться каждый день надо. Не только когда ты на две недели там уехал на фестиваль в мае месяце. С 1 по 8. В Сочи, в Мальтинском курорте будет у нас фестиваль с 1 по 8. Скрытая реклама. Вот. Так? Теперь давайте изучать эту тему глубже. Если ты боишься ветра, вот вышел на улицу, Екатеринбург все-таки, не Южная Африка, выходишь на улицу, ветер, ты прям... Что это значит? Это значит, процессы всасывания энергии праны у тебя нарушены. У тебя в организме нет возможности впитать эту энергию божественную. И она тебя напрягает. И не только напрягает, заставляет простывать, болеть. Перенапрягает. То есть у тебя эта энергия не всасывается нормально. И это значит, что у тебя будет в жизни целей своих ты не достигнешь. У тебя не будет концентрации внимания, работоспособности не будет нормальной. Ты будешь суетиться в жизни. Чувствовать себя некомфортно, потому что тяжело вставать с постели, тяжело ложиться спать. У тебя будет постоянное внутреннее напряжение. Это все плохой контакт с энергией ветра. И когда налаживается, все налаживается. Снег – это тоже энергия ветра. Самая чистая. Чище не бывает. Никто в Сочи не сможет добыть чистейшую энергию праны. В Индии, чтобы ее добыть, йоги идут в Гималаи. Там потому что есть снег. И они сидят в этом снегу и наполняются этой энергией праны и достигают всех своих целей жизни, потому что только энергия праны дает возможность человеку добиться своего. Больше никакая энергия другая не может.
Когда человек лежит в снегу, то самая чистая, самая сильная энергия праны начинает действовать в его организме. И, конечно же, чтобы это делать, надо сначала прокачать свой организм так, чтобы эта энергия нормально двигалась, работала у тебя. Ты не можешь сразу пойти после лекции лезть в снег, потому что потом может так случиться, что ты уже не встанешь. То есть нужно... А? Подействует, в одежде подействует. Мы знаем примеры, там, Ипполит Матвеевич, там, много разных вариантов. А что делать, если судьба тяжело пришла? Приходится в снегу лежать, в одежде, под душем в одежде стоять, даже не то в снегу. Вопрос можно? А если человек не к месту, а как прокачать? То есть, вот... Я все расскажу, Иван. Я вам сейчас общую лекцию даю, рассказываю вам. Вы же хотите знать, чего вам не хватает? Люди же понимают, что-то не хватает, а чего непонятно. Я рассказываю. Энергия праны, когда не хватает, тело напряженное. Кушать много раз надо, понемножку. Потому что много не проталкивается, энергии праны не хватает. Энергии праны не хватает, когда в организме ты не можешь долго работать. Чуть поработал, все, устал. Энергии праны не хватает. Если энергии праны не хватает, ты не можешь, теплые отношения с мужем стоят, холод в отношении. Не можешь достучаться до него, а ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали за темною водой. Это энергии праны не хватает. Значит, на воздухе вам, вы не бываете на воздухе, не любите воздух. Не хватает вам этой силы в жизни. Когда работать долго не можешь, устаешь и сваливаешься с работы, не можешь достичь своей цели. На одном месте не можешь удержаться. Нехватка энергии праны, общей энергии праны не хватает в организме. И тебя беспокоит ветер, воздух. Ты вообще как бы форточки все закрываешь. Тебе надо садиться в ту сторону. Все, не хватает энергии праны в организме. И люди, которые любят эту энергию, они достигают счастья в жизни. Есть три энергии. Энергии солнца, энергии воздуха или праны, или энергии воды. Оно есть, конечно, санскритские названия. Вы только знаете энергию праны, санскритское слово. Но есть еще оджас энергия. Это тонкая энергия воды. Я говорю воды, а на самом деле это оджас энергия. Она же исходит от Луны. Это энергия оджаса. От Луны исходит тоже. Она исходит от спокойных людей. Этот человек спокоен, и он наполняет тебя этой энергией. Ты думаешь, ой, Господи, какой спокойный. Вам спокойно со мной? У меня, значит, хватает энергии от воды. Энергия солнца или энергия теджаса, она дает человеку жизнерадостность, оптимизм. Все хорошо, идем ко дну, это тоже энергия солнца. Да, такой жизнерадостность, оптимизм, хорошее настроение, позитивные эмоции. Не хочется говорить о всякой фигне. Это тоже энергия солнца. Не надо сплетничать, не надо скулить. Это значит, энергия солнца чистая движется у тебя. Солнечный человек, жизнерадостный человек, сильный человек, красивый. Солнце энергия красивая, красота это энергия солнца, красивый человек. Солнечный, жизнерадостный, притягательный человек. Энергия воздуха – сильный человек, смелый, храбрый, выносливый. Мужчина крепкий, женщина стройная. Красивый – кра. Кра к солнцу. Ра, да, кра, ра – сивый, ра. Ра означает солнце. Красный – девица. Ра тоже. Понятно? Солнечный человек. А рыжий? Вы все испортили. Давайте. Да-да, я все нормально. Вот, все нормально, тихо, сидим спокойно. Итак, воды, энергия воды. Спокойствие. Умиротворение. Способность понять, когда спокойствие, способность понять все, спокойствие,
чистота, умиротворение, прощение, способность принять, простить, понять. Глубокий человек, бездонный внутренний. Можно рядом находиться, отношения хорошие, верность. Легко человек, энергия воды. Близкие отношения, близкие. Можно поговорить спокойно, по-доброму, ласково, ласково поговорить по-доброму. Да, энергия воды, все. А если раздражительный человек, он не переносит другого человека, тяжело с ним, значит, энергии воды не хватает. Тяжело, устаешь от человека, не хочешь жить вместе, энергии воды не хватает. И тоже человек плохой, у тебя энергии не хватает. И мы ничего не знаем об этом. Вот представьте, человек, допустим, башкой об стенку ударился и забыл, что ему надо кушать. Руки начали трястись, слабость, раздражительность, плохо. Он приходит к психологу, говорит, у меня что-то раздражительность, руки трясут, слабость, работоспособность снижена. Он говорит, надо расслабиться просто. Расслабиться, всех любить надо. Ну так вот надо, давай. Он расслабился, всех начал любить, тут приходит психолог, говорит. Ну, говорит, раздражительность вместе меньше, руки все равно трясутся, и слабости еще больше. Он говорит, ну продолжай, тебе уже лучше. А что человеку надо? Пожрать надо. И так же у нас тоже в жизни. Мы не знаем, что мы питаемся также энергией природы. И вместо того, чтобы идти на природу и делать ЗОЖ, мы идем к психологу, и он нам втуляет что-то другое, а энергии-то все равно не хватает. Ты не сможешь распределять то, чего у тебя нет. Вот эти все отношения, любовь, гармония, это все передача энергии. Но если у тебя ее нет, что ты будешь передавать? А? Нет, и все. И так все начинается, для того, чтобы жить нормальной жизнью, все начинается с питания. Понимаете, с того, чтобы наесться. Если человек голодный, не будет никакой жизни. Вредными привычками. И как это связано вообще? А связь такая. Когда человеку очень глубоких психических уровнях не хватает энергии воды, мужчине, допустим, у него есть всего несколько вариантов выжить дальше, потому что дальше ему надо выживать. Первый вариант – это выпить. Второй вариант – это бабы. Нет, закусить – не это, не другое. Вот. Там есть еще некоторые варианты, но они более редкую природу имеют. Когда человек не хватает энергии воды, у него процесс засыпания нарушается. Ему хочется на ночь жрать сладкого. Это женщины уже. Они становятся очень чувствительными. Когда у женщины не хватает энергии воды, она отгораживается от всех. Становится замкнутой. Не может ни с кем рядом находиться. Становится очень обидчивой, чувствительной, ранимой. Поздно ложится спать. На ночь сладкого нажирается. Нехватка энергии воды. Нехватка энергии воздуха. У человека, у мужчины есть варианты. Первый вариант – курить. Второй – пить кофе. Третий – азартные игры. Вернее, не азартное, а просто в киношке смотреть целыми днями. Если у человека не хватает энергии солнца, первый вариант – наркотики. Второй – азартные игры. Третий – обжираться на ночь. Вот откуда это идет. Нехватка энергии солнца здесь.
Итак, вредные привычки все связаны с нехватком энергии природы. Все до одного. Если у человека их хватает, незачем ему выпивать, незачем курить, незачем гулять по бабам, незачем сидеть в игрушечках там играться. Незачем, потому что все нормально. Человек это делает от перенапряжения. Он искусственно пытается снять себе нагрузку. И все пьянство это не порог, это нехватка сил. Курение это не порог, это нехватка сил. И человек просто не знает, как с этим быть. Потому что если он не будет курить, у него напряжение психики такое станет, что он просто заболеет, умрет. Инсульт, например, может быть. Если человек не выпьет, у него взорвется мозги просто. Он начнет орать на всех. Злиться очень сильно, обижаться. Выпил, спокойно стал. Когда человек выпивает, он у него становится спокойным. Это заменитель энергии воды, искусственный. Человек выпил, он такой, а, все классно. Он почему балдеет? От спокойствия. Ну, спокойно стало. Никого не обижается, всех любит. Всеми обнимается в это время. Ну, стало спокойно. Заменительная энергия. Покурил, расслабило. Человек, когда напряжен, курит, раз, его расслабило. Но это все просто, что происходит. Организм не чувствует, что не хватает энергии воздуха. Когда человек курит, чувствительность пропадает. Это. Когда человек выпьет, организм не чувствует, что не хватает энергии воды. А наркотики убирают ощущение нехватки энергии солнца. И человек становится оптимистичным очень. Тук-тук-тук. Кто там? Мама, это я! Это я! Тук-тук-тук-тук. Кто там? Мама, это я! Нет, сынок. Мама, это я. Наркотики. Понятно? А вы говорите храпит. Итак. Я вам даю очень важные вещи сейчас, мои хорошие. Это и ваше здоровье, и ваше настроение. Вот, допустим, как вы думаете, обидчивость, гневливость, раздражительность у человека, плохая концентрация внимания, депрессивность, разочарование, чувство неудачи, нехватка сил. Это психологическое состояние или какое-то другое? А? Физическое. Это состояние голода. Потому что когда у человека не хватает энергии воды, он раздражительный, гневливый, чувствительный, непереносимый. Отчаяние возникает, как конечная нехватка энергии воды, отчаяние. И человек это приписывает чему угодно в жизни. У нас такое свойство, мы всегда вот хотим найти причину. Но причина – нехватка энергии воды. Если человек ей наполняется, он становится спокойным, перестает обижаться, перестает гневаться. Чувствительность к человеку пропадает, уже нормально с человеком рядом, нет проблем. Не дергает от него, не трясет. Это нехватка энергии воды. Нехватка энергии воздуха, ты не можешь себя заставить. У тебя вредные привычки, не можешь их избавиться, не можешь концентрироваться, не можешь работать нормально. Тебя простываешь постоянно на свежем воздухе. У тебя напряженность внутри, у тебя запоры. У тебя мысль не двигается. Все это нехватка энергии воздуха, мои дорогие друзья. По-разному может проявляться в жизни, но это одна и та же проблема. Нехватка энергии солнца, это вообще ты не видишь этот мир. У тебя нет контакта с ним. У тебя полная депрессивность, разочарование во всем. И ты не знаешь, что делать с этим. Ты смотришь на людей, на мир, на этот, на все смотришь и
ничего не видишь, не чувствуешь. Поднимите руку, у кого такое состояние? Нехватка энергии солнца. Все, и надо только без солнца. Только в Екатеринбурге. В остальных местах не бывает. Почему на дождь тянет? Энергии воды не хватает. И развод в результате. Закрой за мной дверь, я ухожу, я не могу уже. Мне надо на дождь. Там на всех дождях хватит. Все сюда, ко мне туда, на дождь. Человек не знает глубоко, но чувствует, что надо делать. И описывает ситуацию подробно. Бассейн тоже. А ванны? В ванной можно. В туалете нельзя. И не карабашский снег. А? И не карабашский снег. Почему? Холодно очень? Нет. Десятка самых грязных мест на планете. А. Да тут тоже был нечистый там, где я лег. Просто есть химия. Да? Есть химия, а есть прана. Вот химия означает, что тебе кожа может, ну как бы, повредить. Если снег не настолько грязный, что у тебя разъест кожу, то праны в нем, она всегда чистая. Вот, допустим, я серьезно говорю, вот, допустим, у вас есть река, да? Как называется? Исеть. Как? Исеть. Она может быть грязной химически, но прана, ну, энергия воды в ней чистейшая, потому что она холодная, просто вода. Понимаете, есть энергия, ты заходишь туда, и она тебя лечит. Я, когда мне не хватало энергии воды, меня привезли в центр Питера. Там мне одна женщина дала пожить в квартире, в которой там жили, там, она мне рассказала, Достоевский там, это, в самом центре Питера, на мойке. Река, там приток этой Невы, мойка. И там спуски есть для того, чтобы катера как бы вот ездили и там заходить на них. А это как раз было время, когда лед уже начал таять, а еще катера не начали ездить. И мне не нужна была энергия воды. И я пошел в мойку. Я сидел, когда там люди говорят, у вас все нормально? Они интеллигентные такие, петербуржцы. Говорят, у вас все хорошо? Я говорю, очень. Они говорят, вам вода не грязная? А там плавают всякие эти палочки, там, щепочки. Мойка. Я говорю, нет. Они говорят, удачи вам. Я вышел весь красный, это в шортах таких я купаюсь. Вот. Иду раздетый. Мужчина навстречу говорит, вас не ограбили, вам не нужна помощь. Я говорю, наоборот, я освободился. Вот. Я так счастлив был там посидеть. Ну, просто классно. Хотя так грязная вода химически, но энергетически она очень чистая. Вот это надо не путайте химию с энергией. Любая вода на улице энергетически настолько чистая. Если вам кожу не разъела она, значит она не настолько грязная, чтобы вам навредить, но она настолько чистая энергетически, чтобы вас просто вот поднять наверх в счастье, понимаете? И человеку много не надо. Если вода 4 градуса, то всего 4,5 минуты надо там сидеть, чтобы все психическое тело наполнилось чистейшей энергией воды. Но ты не сможешь сесть туда, потому что для этого надо раскачать энергетику. Для этого надо из себя, из дистрофии, состояние дистрофика вывести. Сейчас все дистрофики, понимаете? Каждый человек должен уметь в ледяной воде сидеть под свежим ветром, потому что мы здесь, на этой же земле живем. Это наша энергия, понимаете? Но все вокруг дистрофики. Два дистрофика ползут, один раз башкой об пол, раз, другой говорит, слушай, у тебя что, бег с препятствиями, что ли? Мы сейчас так живем. Все разводы от нехватки энергии. Или нехватка энергии правды, холод, нет любви. Нехватка энергии воды, раздражительность, чувствительность, ранимость.
И психологов не хватит, если мы не будем на улицу выходить, психологов не хватит, чтобы нас пытаться соединить. Не помогут они. Потому что, чтобы помочь, нужна энергия. Когда она есть, тогда можно уже научиться правильно ей пользоваться. Это уже следующий этап жизни. Социальный успех, это без этого невозможен. Нет энергии, нет жизни. И не только любовь нужна к природе, а прежде всего любовь. Потому что если ты свежий воздух будешь заставлять себя на нем быть, тебя он прокачает. Но здесь есть еще один моментик очень важный. Чем старше человек, тем больше ему надо на природе именно совершать аскезы, а не просто там находиться. Для того, чтобы его энергетика глубоко прокачивалась. Вот ты зайдешь на свежий воздух, если у тебя там 35-40, там 45-50 уже, то у тебя не прокачается энергия глубоко. Очень поверхностно в тебя воздух зайдет. Даже ты долго будешь гулять. Тебе нужно длительное движение, чтобы энергию воздуха в себя всосать. А для того, чтобы энергию воды всосать в себя, нужно неподвижное положение тела. Если ты не двигаешься, вот допустим, в воде ты когда стоишь, не двигаешься, это не поможет. Надо на суше не двигаться. Нужно, чтобы твое тело сопротивлялось гравитации. Когда гравитация действует, то прокачивается энергия воды через тебя. Надо не двигаться. Дома? Ты покупался в бассейне? А некоторые говорят: Олег Геннадьевич, я в бассейне купаюсь. Плаваю по 70 минут, 28 градусов, как вы говорите. Но у меня простуда пошла. Я говорю: конечно, пойдет, потому что вы энергией воды наполнились, но ее не всосали. Она начала у вас двигаться вот так вот и разрушать вас. Нужно ее вкачать. А вкачивать ее уже неподвижным положением тела и надо. И когда у вас отекает все, затекает, это что значит? У вас не может разогнаться энергия воды. Отеки — это что такое? Энергия воды. У вас все затекает. Чувствуете, когда стоишь, все затекает. Значит, она не разгоняется, не движется нормально. Это значит, что у вас не будет нормально все работать в организме. Воспалительные процессы — это что такое? В организме воспаление идут. Что такое? Антибиотиков не хватает. Надо жрать антибиотики. Каких еще не пожрали? Вот этого я еще не пожрал. Хорошо, пожри этот. Тогда тебе станет легче. Печень еще не отвалилась, жри дальше. Жди, когда отвалится. Вопрос только времени. Воспалительные процессы, это не антибиотиков в организме не хватает. Это не хватает энергии воды. Потому что когда энергии воды хватает, все воспаления сами сразу проходят. Их не надо никак лечить. У меня нет воспалений никаких. А если будут, я залезу в прорубь. Вы скажете: так вы простыньте, я не простываю. А если не хватает, пищеварение страдает, тогда я встану под солнце и буду стоять под ним 2 часа. Вы скажете: так вы перегреетесь. Я не перегреюсь, это вы перегреетесь. Потому что у меня нормально солнце прокачано, оно работает нормально. Итак, интересная тема, нет? Нет, в воде мы наполняемся водой, а стоим неподвижно на суше, чтобы гравитация действовала. В воде не действует гравитация. Ты там плаваешь вот так, и все, у тебя расслабуха там. Нужно не двигаться, стоять. А что нужно делать? Вот стоишь неподвижно, и надо же, наверное, что-то... Молиться в это время. Потому что вместе с энергией воды прокачивается знание у человека. Это более глубокий уровень. Когда человек не двигается, он молится. Когда идет, он должен всасывать информацию. Например, когда идешь, можешь лекцию послушать. И тогда у тебя всасывается энергия, информация. Когда ты хочешь реализации глубокие получить, ты не двигаешься. Когда ты хочешь усвоить лекцию, запомнить ее, ты идешь. Или хочешь, допустим, понять, как на работе логистику выстроить, допустим, запутался там совсем. Иди, и у тебя само выстроится все по дороге. Ты будешь, все обдумаешь, тебе легко будет. А детям как? Вот они в воде побыли, а они же неподвижно не могут. Не могут. Для этого тоже есть выходы. Потому что, когда есть еврейские крови, как у меня, то даже если тебя съели, все равно есть 2 выхода, как минимум.
Понятно? Для детей есть инверсионный стол. Это такое приспособление, когда человек висит вверх ногами. И кверх ногами дети обожают висеть, потому что им как раз не хватает статическое напряжение. Не могут убирать, потому что они, им надо очень много праны, им надо движения, чтобы расти. Поэтому они вот так вот. И когда ребенок висит, он балдеет, ему хорошо. Потому что у него снимается статическое напряжение в это время. 3,5 минуты один слой, 17,5 минут все 5 слоев. Постепенно можно к этому привыкнуть, висеть такое время. Стоять нужно под душем? Нет, в воде надо. Душ это не энергия. В воде стоишь? Да. Ванна. А душ это не энергия? Нет, это энергия воздух. Оно же движется. А сухость суставов это вода? Вот мокрый ветер это энергия воды или воздух? Воздуха. Душ тоже как мокрый ветер, он движется просто. Скажите, пожалуйста, а если коленка болит? Надо ходить? Уже? Тогда все, тогда все. Получается ходить, а не бегать, да? Когда коленка болит, можно только ходить под себя. Все уже как. А если у человека СКВ, как вот с этим? Мои хорошие, вот смотрите, вы сейчас спрашиваете сложные вопросы. На них у меня есть ответ. Если говорить о вашей болезни, то здесь соединение двух проблем. Неважно. Соединение двух проблем. Первая проблема – это нехватка энергии воды на пятом психическом слое. Вторая проблема – это нехватка энергии солнца на пятом психическом слое. Они очень глубоко находятся. И там есть, у меня есть методичка по ЗОЖ. Это на сайте tersunov.ru в разделе «Материалы» есть методическое руководство по ЗОЖ. Там больше 100 страниц. Мои еврейские крови не позволили скачивать бесплатно. Поэтому пожертвуйте 1 копейку. Там за пожертвование просто. Сколько бы вы ни заплатили, она ваша. И вы дальше читаете и подробно все изучаете, как это делать так, чтобы не повредить себе. Там вся инструкция есть. И даже тяжелые заболевания хронические, как они возникают? Сейчас объясню. Вот, допустим, заболевание соединительной ткани, когда она перегревается. Это та болезнь, о которой вы говорите. Эта энергия контролируется с помощью нервной системы. Этот контроль находится на пятом психическом слое, очень глубоко в организме. И чтобы все нормально работало, в каждом человеке есть свои возможности. У человека совершенный организм. Он сам знает, как ему работать. Врачи говорят, у тебя сбой произошел. Никакого сбоя не произошло. Не хватает энергии. И если вот эти блоки убрать, нехватка энергии означает блок. Блок означает там хроническая нехватка энергии. Если ты ее убираешь, то после этого в организме хватает энергии для соединительной ткани. И потом дальше она будет восстанавливаться. На это будет потребуется там, может, 8-9 месяцев. Болезнь непростая. Но сначала надо годик почиститься. То есть, когда энергии будет хватать, с этого момента начнется лечение, и организм вылечится сам. Без всяких каких-то лекарств. Все. Вот так это работает система. И завтра я вам буду рассказывать подробно об этой методике. Вот все подробности, там, если у меня геморрой до колена, можно вылечить. Все узнаем. Все узнаем. А водой холодной обливаться на улице из ведра, зимой, там, летом, неважно, это тоже? Ну, это не то. Потому что нужно глубоко психику прокачать, понимаете? У человека 5 психических слоев. Все эти практики, там, моржевание, допустим, залез в воду, вылез. Ты только первый слой очистил, все. Глубокого очистки нет. Надо сидеть в воде. А если это уже будет опасно? Поэтому нужно все знать, как точно делать. Если ты опять дальше сидишь, по второму кругу чистка может перегрузить. Ну не надо этого делать. Это уже как бы перенапряжение организма.
Переусердствовать тоже нельзя. 4,5 минуты в 4 градусах. Если 5 градусов, уже больше, там 6 минут. 10 градусов, уже 15 минут. 28 градусов, 70 минут. 31 градус, 2 часа 5 минут. Чем больше температура, тем меньше чистка идет и тем дольше. Потому что у вас не только проблема с тем, чтобы энергия воды. Вы сейчас это делаете для того, чтобы снять напряжение, связанное с воздухом. Вам надо длительное движение совершать, чтобы вас расслабило. Ну вот и все, а что при чем тут вода? Чего вы от нее хотите?